О, какой вид? Девушка, смотрите, у меня шнурки завязаны крест-накрест. Вы когда-нибудь видели такого сексуального мужчину? Нет, конечно. Вы хотите провести со мной остаток дней? Да. Да? Да. Вы моя теперь? Да, однозначно. Потому что шнурки накрест. Ну, пойдемте, так и быть. Ладно. Отдамся вам. Понимаете? Шнурки накрест – это как бы сейчас пик. Еще никто так не носит. Я первый. И последний. Ну, возможно, и последний. Я законодатель мод. Я первый, кто додумался вот крест-накрест завязать шнурки. Вас это, конечно, сразу подкосило, да? Да, однозначно. Как вот? С ног сбило. Да? Да. Вы не ожидали? Да я увидела и просто подумала, боже, что это мужчина. Я хочу, чтобы он был со мной всегда, да? Да. Шнурки просто. Чтобы он всегда был в шнурках. В шнурках. Да, однозначно. Даже когда я буду обнаженный, чтобы шнурки крест-накрест. Конечно, конечно. Я теперь не представляю тебя без них. В таком порядке?